Взял кредит и получил за это 7-й айфон. Так повезло клиенту Народного банка Казахстана Денису Заграфскому. Он стал участником акции, которую проводил финансовый институт и выиграл главный приз. На церемонии вручения подарков побывала наша съемочная группа. Этот будний день у специалистов Народного банка Казахстана волнительный и торжественный. Сегодня здесь ответственная миссия – подведение итогов акции «Выиграй iPhone 7». Попытать удачу в ней решили больше 2000 североказахстанцев. Целью данной акции было продвижение продуктов розничного бизнеса. Это потребительский кредит, кредитная карта и зарплатный овердрафт. Участниками данной акции являлись физические лица, которые получают заработную плату через систему Народного банка. Условием являлось также оформление кредита на сумму минимум 150 тысяч тенге, кредитной карты на сумму с кредитным лимитом не менее 70 тысяч тенге и зарплатного овердрафта на сумму минимум 20 тысяч тенге. Акция проходила с 22 февраля по 5 мая. После генератор случайных чисел выбрал самых везучих клиентов финансового института. Сегодня они в этом зале и готовы получать подарки. Это презент-карты на 15 тысяч тенге, портативные зарядки, настенные часы, дорожные и чайные наборы. Все с логотипом банка. Последний приз вручают Магрифе Пестерниковой. Много лет она преданный клиент Народного. Этим банком мы пользуемся всю свою сознательную жизнь. Меня все устраивает. Пенсию я тоже через этот банк получаю. Приятная неожиданность. Спасибо большое за внимание. Вручение ценных призов оставили напоследок. Apple iPad mini выиграла Айна Шадиль. А вот самый главный приз на сегодня – смартфон этой же компании последней модели – домой заберет Денис Заграфский. Довольный клиент банка Денис и не думал, что оформленная кредитная карта поможет выиграть такой подарок. Айфон он пообещал подарить супруге Олесе на предстоящий день рождения. До сих пор, можно сказать, в шоке небольшом. По жизни оптимист, но не думал, что мне так повезет. Я являюсь клиентом Народного банка уже с 2003 года. То есть на него получаю заработную плату на свой карт-счет. И вот уже буквально третий год пользуюсь кредитной картой Народного банка. Всего в акции определили 27 победителей. Этот конкурс среди своих клиентов провели по инициативе Североказахстанского областного филиала акционерного общества «Народный банк Казахстана». Сегодня его отделение есть во всех районах области. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК.